В настоящий момент ежегодно в мире встречается, выявляется более 200 тысяч новых случаев злокачественных новообразований яичников и более 100 тысяч смертей от него. Более 70 тысяч пациентов выявляются с явлениями перитониального канцероматоза. И рак яичников является одним из лидирующих локализаций при таком распространении опухолевого процесса. И одной из основных причин, пожалуй, основной причиной является то, что основным путем распространения рака яичников является интраперитониальная диссеминация, преобладающая над лимфогенным и гематогенными путями. И можно сказать, и этот тезис оправдан, что рак яичников – это не болезнь одного органа, а местно и распространенное заболевание. Причиной тому являются как анатомические особенности, это отрыв опухолевых клеток и циркуляция в брюшной полости с током жидкости в брюшной полости именно по часовой стрелке. Поэтому очень часто при ревизии наибольшие проявления канцероматоза перитониального мы выявляем в правых флангах брюшной полости, в правом подиафрагмальном пространстве, на правой поверхности капсулы печени. А также сложный многостадийный процесс биологической диссеминации и последующего прикрепления опухолевых клеток к брюшине, в котором участвует целая серия факторов и гликопротеины екатгидерин, которые обеспечивают отрыв опухолевых клеток и последующее путешествие этих клеток в брюшной полости как один единственных клеток и так последующим сформированием сфероидов. И также участие факторов VEGF в последующей имплантации в брюшину. И в настоящий момент, несмотря на то, что подходы к лечению первичного рака яичников комплексные, и несмотря на то, что появляются все новые и новые противоопухолевые препараты, к сожалению, вынуждены регистрировать, что результаты неудовлетворительные. Большой процент, до 35% случаев рецидив выявляется уже на первом году жизни. Как лечить рецидивы заболевания? К сожалению, четкого понимания стандартов, единого понимания пока нет. Это использование вариантов химиотерапии, либо вариантов химиотерапии первой линии, либо использование вариантов химиотерапии второй линии. Естественно, возможности хирургической активности. Хирургия в лечении как первичного рака яичников, так и рецидивов имеет одно из ведущих значений. И возможности хирургических вмешательств обширны при злокачественных новообразованиях. Это диагностические лапаротомии или лапароскопии с целью определения степени распространенности опухолевого процесса и операции Second Look для определения эффективности лечения и первичные промежуточные циторедуктивные операции, целью которой является уменьшение опухолевых очагов и полное удаление опухолевых проявлений, хирургия при рецидивах опухолевого процесса и, естественно, паллиативная хирургия, направленная на улучшение качества жизни пациентов. Предложенная в 1998 году классификация операций по радикальности при распространенном раке яичников, предложенная Верготом, подразумевала деление на оптимальные циторедукции с остаточной опухоли до 1 см, субоптимальные с остаточной опухоли до 2 см и, естественно, неоптимальные, когда размер остаточной опухоли превышал 2 см. В настоящий момент эта классификация, этот подход претерпел изменения ввиду появления целого подхода, стратегии, мультимодального подхода, который был предложен Шуга-Бекером в 99 году. И данная классификация по объему циторедукции предполагает от отсутствия видимых остатков опухоли и, соответственно, когда циторедукция не оптимальна, когда остаточные опухоли очаги превышают 2,5 см.
Что касается исторических аспектов интраперитонеальной химиотерапии, если взглянуть глубоко вдали веков, на самом деле первые упоминания возможной, так скажем, интраперитонеальной химиотерапии датированы 18 веком, когда британский доктор Варик вводил комбинацию Bristol Water и Claret, это сорта вин Бордо, в брюшную полость у женщин, страдающих асцитом, и наблюдал за течением заболеваний. Естественно, результаты были неудовлетворительны. В 50-е годы прошлого столетия впервые была использована интраперитониальная химиотерапия при асцитных формах опухолях. И следующим шагом, пожалуй, важным моментом явился 78-й год, когда Дедриком была продемонстрирована теория медленного перитониального клиренса некоторых препаратов. Это же в последующем было обосновано в ходе ряда инструментальных исследований, опубликованных Маркманом, когда было доказано увеличение концентрации противоопухолевых препаратов непосредственно в брюшине в сравнении с плазмой при системном введении. Внутрибрюшное введение цитостатика обеспечивает интенсификацию терапии за счет повышения концентрации химиопрепарата в брюшной полости. И, кстати, ряд исследований, проведенных в конце 20 века и в начале 21 века, послужило тому, что Национальный противораковый институт с 2006 года рекомендовал использование внутрибрюшной терапии больным с третьей стадии рака яичников после оптимальной циторедукции. И в последующем ряд исследований также показали эффективность внутрибрюшной химиотерапии у больных раком яичников в сравнении с внутривенной химиотерапией. Однако внутрибрюшная химиотерапия обладает целым рядом недостатков. Это и ограничение пенетрации препарата в опухоли размером более 5 мм, наличие в большинстве случаев интраперитониального фиброза и спаечного процесса, затрудняющего равномерное распределение цитостатика, а также целый ряд серьезных грозных инфекционных осложнений. Возможностью преодоления данных негативных моментов является возможность введения препарата в брюшную полость во время хирургического вмешательства с возможным максимальным удалением опухолевых масс или в раннем послеоперационном периоде, а также комбинация с гипертермией. Сама гипертермия, идея почему заключалась, она сама по себе обладает цитостатическим действием. Кроме того, она способствует более глубокому проникновению цитостатика в опухоль, а также увеличивает повреждающее действие химиопрепарата. И как раз-таки активное противоопухолевое действие гипертермии обеспечивается на уровне температур выше 40 градусов, когда вступает непрямое противоопухолевое действие, наступают структурные сосудистые изменения. И уже на уровне гипертермии 45 градусов подключаются процессы апоптотического характера и некротические изменения опухоли. Опять же, если коснуться истории развития уже гипертермической химиоперфузии, отправной точкой является 79-й год прошлого века, когда Джон Спрат выполнил гипертермию с внутрибрюшной химиотерапией при псевдомиксоме брюшине. В последующем, в 93-м году, Бруно Сале и Франсуа Джили выполнили гипертермическую перфузию с метамицином и цисплатином, комбинация двух препаратов для лечения больных рецидивами рака яичников, резистентных к химиопрепаратам. И основным апологетом, человеком, который выстроил понимание, выстроил стратегию гипертермии, является Шугабейкер, который в 1995 году сформировал мультимодальный подход к лечению перитониального канцероматоза. Была выстроена методика перитонэктомии при циторедуктивных операциях в сочетании с гипертермической перфузией. И что касается объемов циторедукции с последующей перитонэктомией, и данная методика предшествовала, точнее,
гипертермии, вы можете увидеть, что это ультрарадикальное большое вмешательство. Это выполнение правой и левой поддиафрагмальной париетальной перитонектомии со спленэктомией, удаление как большого, так и малого сальника, холецистэктомия, резекция кишки вплоть до тотальной колэктомии. В настоящий момент выделяют две системы гипертермической химии перфузии. Это открытая, которая была предложена изначально Янемура и Шугабекером в последующем. Так называемая техника Колизеум. Суть ее заключается в том, что перфузат, заключенным цитостатиком, находится в брюшной полости, и брюшная полость не ушивается, края лапараторной раны фиксируются к специальной конструкции. Однако данная техника обладает определенными недостатками. Это потеря тепла через открытую лапаротомную рану, это возможность утечки цитостатических препаратов, естественно, риск для здоровья персонала, который находится в операционной, а также риск рецидива вместе соприкосновения спандера с тканями. Этих недостатков лишена закрытая система, система, техника, во время которой брюшная полость остается закрытой, ушитой в течение всей перфузии. Однако при данной технике мы, естественно, сталкиваемся с трудностями равномерного распределения перфузионной жидкости, которые, собственно говоря, в какой-то степени мы можем нивелировать или ликвидировать за счет равномерного распределения перфузата за счет внешнего массажа, изменения положения больной и изменения скорости потока перфузии. Выделяет стандартно три уровня гипертермии. Это мягкая до 41 градуса, истинная, которая, собственно говоря, используется в большинстве клиник мира на сегодняшний момент, 41-43 градуса, и жесткая, которая превышает 43 градуса. С 1998 года по 2015 год в мире было бы проведено более 4000 гипертермических перфузий. 1645 манипуляций, хайпэк, циторедукции выполнено у больных раком яичников. Какие же результаты получили? И, собственно говоря, этот вопрос задают не только мы. Судя вот по данному слайду, большое количество исследований говорит о том, что это тема интересует клиницистов в разных клиниках, и эта тема не сходит, так сказать, с таких моментов лидирующих в плане заинтересованности. Естественно, поскольку мы комбинируем циторедукцию, большие операции с введением цитостатика в брюшную полость и повышение уровня нормальной температуры, то есть создание гипертермии, естественно, нас интересует возможные осложнения, с которыми мы можем встретиться. Баркин и Дерака в 2011-2013 годах, соответственно, при оценке осложнений при сочетании циторедуктивных операций и гипертермии выявили оба автора независимо, что смертность не превышает 1%. Одним из основных причин развития смертельных фатальных исходов являлись сепсис, несостоятельность анастомозов, образование абсцессов после гипертермической перфузии. Уровень осложнений не превышал 35%. Кроме того, серьезными послеоперационными осложнениями явились кровотечение, формирование абсцессов и гематологические осложнения. Но, кстати, почечная недостаточность, а данные авторы использовали в качестве цитостатика в основном препараты платины, нефротоксичные, казалось бы, препараты, тем не менее почечная недостаточность встречалась значительно реже. И вот данное исследование, которое оценивало возможные послеоперационные осложнения, также показывает не превышающие серьезные осложнения, связанные с гипертермической перфузией, связанные с хайпэк, не превышающие уровень 35%. Кроме того, Маргина в 2013 году сравнил проведение циторедукции с хайпэк и просто циторедукции. И, собственно говоря, цифры получились те же самые. То есть смертность не превышала 1%, а уровень осложнений также не превысил 35%, что, собственно говоря, послужило возможностью сказать авторам, что циторедукция и хайпэк лишь минимально повышают токсичность. Этому есть в какой-то степени объяснение и понимание того, что цитостатики пенетрируют не глубоко на уровень до 5 мм, что не оказывает системного цитостатического эффекта. Вероятнее всего, причина в этом.
В 2010 году на интернет-ресурсе Hyper.io были опубликованы данные о HIPEC в сочетании с циторедукцией у 141 пациента, это американское общество. И первичная циторедукция в сочетании с гипертермией была произведена у 26 пациентов, промежуточная циторедукция у 19, и консолидирующая гипертермия была выполнена у 12%. 83 пациентам выполнялись гипертермия с циторедукцией по поводу рецидивирующего процесса. И что интересно, смертность в общей этой группе не превысила 2%. Авторы выделили следующее. Да, необходимо сказать, что в качестве цитостатика использовались препараты платина, цисплатин, карбоплатин, а также митомицин С и их комбинации, которые, по идее, должны были резко повысить уровень токсичности в данных ситуациях. Но, тем не менее, значимого повышения токсичности авторы не получают. И кроме того, они выделяют следующие позиции, которые позволяют сформировать показания для выполнения гипертермии с циторедукцией. Естественно, это возраст пациентов меньше 65 лет, индекс перитониального канцероматоза менее 20 и, естественно, оптимальные циторедукции. Тогда мы можем рассчитывать на успех. Естественным является позиция, что рецидивы являются, так скажем, полем для проверки любой стратегии, прежде чем перейти к подходам первой линии. И, естественно, возникают вопросы в плане эффективности гипертермии, вопросы, которые задаются как за, так и против в плане платинорезистентных рецидивов. Сторонники использования HIPEC при платинорезистентных рецидивах говорят, что гипертермия позволяет преодолеть резистентность за счет гипертермии и улучшить доставку препарата в опухоль. В то же время противники отвечают, что нет, повышается токсичность при сомнительной эффективности. На данном слайде представлены результаты мультицентрового проспективного исследования 246 пациентов. В качестве цитостатика использовались препараты платина, цисплатин в комбинации с доксорубицином и митомицином. 62 пациента, это 23%, составили платинорезистентные рецидивы. И авторы отвечают, что не получили разницы между общей выживаемостью, между платиночувствительными и резистентными рецидивами. Что касается платиночувствительных рецидивов, за это гарантированная эффективность платиновых компонентов и улучшение доставки препаратов в опухоль. В то же время противники говорят о возможном повышении токсичности и отсутствии какого-либо улучшения выживаемости. Интересным, как мне показалось, является данное исследование и возможности использования циторедуктивной хирургии вместе с HIPEC при платиночувствительных рецидивах. И авторы отмечают, что в группе с HIPEC отмечается увеличение без платинового промежутка, что говорит в пользу возможности использования гипертермии, в том числе, естественно, при платиновом чувствительных формах. Какова же возможная эффективность HIPEC после химиотерапии? Есть ряд исследований 2010-2011 годов, которые говорят о эффективности и повышении пятилетней выживаемости у больных раком яичников. Но следует сказать, что таких исследований на данный момент пока немного, и количество выборки, количество пациентов, которые наблюдается, незначительное. Так вот, в качестве примера, небольшое пилотное исследование 31 пациентки первичным раком яичников, у которых проводилась гипертермическая химиоперфузия на базе препарата оксалеплатин. И авторами указано достаточно большой процент прогрессирования. 20 пациентов, 65% пациентов запрогрессировали при высокой смертности. 42% смертности было зафиксировано при данном исследовании.
Поэтому вопрос относительно использования HIPEC после химиотерапии вариантов, естественно, он продолжает дискутироваться. Первичная циторедукция и HIPEC. Большое количество исследований сейчас и большое внимание уделяется именно этому направлению. И в этой связи хотелось бы указать такое знаковое исследование, опубликованное Дерака в 2011 году, проведение HIPEC-терапии в сочетании с цисплатином и доксорубицином, в исследовании, в котором общая пятилетняя выживаемость достигла 61%, а пятилетняя безрецидивная выживаемость составила 15% при медиане 30 месяцев. И в качестве консолидирующего лечения у больных раком яичников есть такие работы, но, честно говоря, их немного. Тем не менее, возможности использования HIPEC как консолидирующего лечения по-прежнему остаются дискутабельными. В настоящий момент продолжаются два больших рандомизированных исследования эффективности HIPEC-терапии при рецидивирующем раке яичников, которые планируются к окончанию в 2018 году. Ну, нам осталось подождать немножко, и мы уже получим следующий этап, следующие данные по возможности использования гипертермии в лечении рецидивирующего рака яичников. Наша клиника обладает небольшим опытом лечения и использования гипертермии у больных рецидивами рака яичников. В настоящий момент мы наблюдаем 96 пациентов, которые прослежены в течение 5 лет. Количество пациентов значительно больше, но уровень наблюдения 5 лет составил 96 пациентов у 96 пациентов. Причем первичная стадия, в основном это были пациенты третьей стадии первичного опухолевого процесса. Пациенты, которые получили от 1 до 7 линий химиотерапии. Максимальное количество циклов химиотерапии составило 31 цикл. Различные комбинации. Причем у 78 человек предшествующей выполнялась одна циторедуктивная операция, две циторедукции у 14 человек и у 3 пациентов выполнялось ранее до 3 циторедукций. Характер вмешательства был разнообразным, как выполнялись как комбинированные операции. Еще большой у вас уже... Три минуты осталось, да. С резекцией мочевого пузыря оптимальную циторедукцию удалось выполнить у 65 пациентов, что составило 67%. Субоптимально у 22 пациентов. К сожалению, у 9 пациентов опухоль оказалась нерезектабельной, но с учетом агрессивного течения была проведена гипертермическая химиотерапия. Режимы проведения гипертермии стандартный режим до 43 градусов. Мы использовали препараты платин и цисплатин 100 мг на метр квадратный и доксорубицин 25 мг на метр квадратный с объемом перфузата до 5000 мл. Скорость инфузии до 60 минут. И наиболее частыми осложнениями, с которыми мы встретились, явилась нефротоксичность. Причем она не превышала вторую степень и достаточно быстро купировалась на фоне инфузионной терапии. Наиболее частыми осложнениями в группе с доксорубицином, с которыми мы встретились, это был болевой синдром, который развивался с 3 по 8 сутки. И у 3 пациенток из 4 развился в группе с доксорубицином развился парез кишечника. И у одной пациентки на фоне асептического воспаления развилась картина кишечной непроходимости, что вынудило выполнить срочное вмешательство. И с учетом вот таких побочных эффектов в группе с доксорубицином, это послужило причиной тому, что мы отказались от использования доксорубицина как препараты для перфузии. И следует сказать, что мы получили время до прогрессирования составило порядка 10 месяцев при оптимальных операциях, при субоптимальных время до прогрессирования было несколько больше месяца. И следует сказать, что вот как раз в группе пациентов, которые не удалось прооперировать ни оптимальную, ни субоптимальную операцию. А гипертермическая химиоперфузия позволила нам купировать агрессивное течение асцита. Что касается выживаемости, общей выживаемости, естественно, основными моментами и такой яркой картиной
преимущества оптимальных циторедукций с HIPEC мы визуализировали именно на первых трех годах наблюдения. А четвертый, пятый года несколько нивелировали картину, но тем не менее все-таки преимущество в плане выживаемости отмечалось в группе оптимальной циторедукции в сочетании с гипертермией. И в завершении хотелось бы сказать, что выполнение оптимальных циторедукций плюс гипертермии позволяет улучшить выживаемость. Кроме того, HIPEC в сочетании с циторедукцией не повышает уровень осложнений. В будущем понимание того, как изменяется структура генома и функциональная активность опухолевых клеток, можно позволить предсказать, какие пациенты являются кандидатами для циторедукции, а каким пациентам более эффективна только системная химиотерапия. Спасибо большое. Спасибо за доклад. Есть ли вопросы, пожалуйста? Да, пожалуйста. Пациенток с полной циторедукцией вторичной, поскольку на данный момент все-таки рекомендация проведения вторичных циторедуктивных вмешательств – это полная циторедукция, то есть без наличия макроскопически определяемой опухоли. Были ли в вашей группе такие пациентки, и какое количество вот из тех пациентов, у которых все-таки было оптимальное вмешательство, какое было с полной циторедукцией? Вы имеете в виду с полной? Это без наличия макроскопически определяемой остаточной опухоли. Все пациентки, которые были прооперированы оптимально, они были выполнены именно R0. Понятно. Что тогда, поскольку по классификации все равно оптимально, это остаточная опухоль менее 10 миллиметров? Нет, на период выполнения оперативного вмешательства как раз-таки в этой группе эти пациенты были прооперированы R0 без визуально определяемых опухолевых очагов. Понятно. Спасибо.